И к спортивным новостям. 6 золотых медалей из 8 возможных, и это первое общекомандное место, завоевали дагестанские спортсмены на чемпионате СКФО по вольной борьбе. Соревнования прошли в Хасавюрте, боролись представители Ставропольского края, Чеченской республики и главные соперники наших вольников – борцы из Северной Осетии – Алании. Как определяли лучших из лучших – Дан Шугун. На соревнованиях такого уровня многого ждут от противостояния на ковре борцов Дагестана и Северной Осетии Алания, двух ведущих спортивных школ страны. Ведь именно они почти всегда участвуют в распределении большего количества наград. На сей раз дагестанцы своих извечных соперников превзошли. Команда-то у них полная команда, и сверх еще приехала, и тренера приехали, но судей, правда, мало приехало. Когда я провел совещание, и на совещании в такой жесткой форме предупредил всех представителей команд, в том числе Республики Дагестан и Осетии, что при малейших движениях влево-право, противоправные действия на ковре или за ковром будут караться очень жестоко, это, наверное, тоже повлияло, не знаю, но никаких эксцессов именно со стороны осетинских или дагестанских борцов между собой или с другими представителями регионов не было. Весомый вклад в общекомандную победу сборной Дагестана несли воспитанники спортивных школ Хасавюрта. Трижды первенствовать смогли спортсмены училища Олимпийского резерва и однажды представитель школы Шамиля Умаханова. Это вся заслуга, конечно, Гусейнова Магомеда, нашего директора и нашего тренера, ныне являющегося главным тренером сборной страны, и наших тренеров Исхакова Али, Магомедова Сайдахмеда, Гасана Расуловича. Эти ребята продуктивно работают. Волею регламента заключительный поединок турнира за первое место проходил в весовой категории до 86 килограммов. Чемпион Дагестана 2014 года Магомед Шахрудинов смог переиграть финалиста чемпионата России 2009 года Руслана Валиева из Республики Северная Осетия Алания. За 6 лет занятий вольной борьбой в училище Олимпийского резерва вершину чемпионата СКФО выходец из селения Гегатлиц Цумадинского района покорил впервые. 5 схваток провел. Не знаю, какую можно отличить. Все такие схватки были на самом деле. Соперники были хорошие. Ну, фартануло, можно сказать, сегодня мне. Готовился. Чемпионами СКФО в своих весовых категориях в составе сборной Дагестана также стали Залимхан Даудов, Рустам Абдурашидов и Камал Маликов из Хасавюрта, а также Шихсаид Жалилов из Кайкента и супертяж из Махачкалы Магомед Гаджин Урасулов. По одной золотой награде Ставропольский край и Чеченскую республику соответственно увезли Расул Газимагомедов и Адлан Ибрагимов. По итогам соревнований спортсмены, занявшие с 1 по 5 место, получили путевку в Якутск, где в третьей декаде июня пройдет чемпионат страны. Дан Шугом, Руслан Гаджиев, Эльмира Байранбекова. Время новостей. Хасавюрт.